Белоруссию могут отлучить от Олимпийских игр и чемпионатов по футболу. Идею использовать большой спорт как часть политических санкций против официального Минска сегодня высказал на экстренном заседании в Европарламенте его председатель. Репортаж Ивана Благова из Брюсселя. Президентские выборы без Лукашенко! Так! Белоруссию и Европу без Лукашенко! Так! Пикет перед зданием Европарламента пытается докричаться до европейцев. Парламентарии собрались на экстренное заседание. Тема одна – ситуация в Белоруссии. Среди приглашенных гости из Минска – оппозиция. Приехала и дочь кандидата в президенты, поэта Владимира Никляева. Его избили еще до закрытия избирательных участков, потом он пропал из больницы. Лишь через несколько дней стало известно, Никляев в следственном изоляторе КГБ Белоруссии. Это просто кошмар какой-то. Как нормальные люди могут оказываться вот в такой ситуации, когда моего отца избивают и по полу вытаскивают из отделения реанимации, и потом неделю мы о нем вообще не знаем. Целый день представители белорусской оппозиции в Брюсселе рассказывали о том, что происходило в Минске после выборов 19 декабря, когда ОМОН разгонял демонстрацию здания парламента. Они били детей, они ломали кости женщинам, детям, били стариков, а председатель Центральной избирательной комиссии позволил себе сказать, что лучше бы эти женщины сидели дома и варили борщ, чем они вышли на площадь. Экс-кандидатов в президенты и оппозиционных лидеров, 16 человек находятся под стражей, обвиняют в организации массовых беспорядков. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Солидарность внутри страны очень большая. Мы даже не ожидали, что столько людей принесет деньги для того, чтобы передавать семьям. Столько людей приносят пакеты с необходимыми вещами к тюрьме и показывают свой паспорт. В атмосфере страха это показывает, что в Беларуси серьезное гражданское общество. Германия, Великобритания, Швеция, Польша заняли жесткую позицию. Они настаивают на введении новых санкций в отношении белорусских властей. Вот уже пятый год для Александра Лукашенко и более 30 белорусских чиновников границы стран ЕС закрыты. Но этого недостаточно, считают парламентарии. Сегодняшнее заявление председателя Европарламента Ежи Бузыка было больше похоже на ультиматум. Мы рассчитываем, что будут отпущены все политические заключенные немедленно. Это не обсуждается. И нет иного пути, если хотите сохранить какие-либо отношения. Второе. Необходимая медицинская помощь должна быть оказана всем, кто в ней нуждается после событий 19 декабря. В том случае, если Минск оставит позицию европарламентариев без внимания, Ежи Бузык предлагает блокировать участие Беларуси в Олимпиадах и чемпионатах мира по футболу. Европейцы также готовы упростить визовый режим для простых белорусов, ужесточив его для представителей власти. По неофициальным данным, список чиновников Белоруссии, невъездных в страны ЕС, будет сильно расширен. В него попадут также те, кто, по мнению Объединенной Европы, причастен к массовым арестам после президентских выборов. Наглядная демонстрация поддержки. Все участники экстренного заседания Комитета по иностранным делам Европарламента в шарфах цветов бывшего государственного флага Беларуси, упраздненного 5 лет назад. Флаг стал знаменем оппозиции. Резолюцию по Беларуси Европарламент примет на следующей неделе. Окончательное политическое решение за министрами иностранных дел Объединенной Европы. Они соберутся 31 января. Иван Благой, Илья Марин, Любовь Дмитриева, Первый канал, Брюссель.